наша страна занимает первое место в мире по выплавке металла. И все же его не хватает. Решение проблемы партии видит не только в увеличении производства металла, но и в бережном к нему отношении. Вот свободная ковка с большим запасом. Ведь если перекуешь, брак непоправим. Оставленный запас приходится потом убирать в стружку. И порою в нее уходит больше металла, чем остается в готовом изделии. Свободная ковка применялась и при изготовлении поворотного венца шагающего экскаватора. На одну машину их нужно 12. Каждый весит больше 2 тонн. И каждый сделан из заготовки, которая весила 5. Выходит, один венец для экскаватора, а другой в стружку. На Уралмаше, где производят такие экскаваторы, решили изменить технологию. Теперь раскаленная болванка, пройдя несколько подготовительных операций, подается под мощный пресс. Металл вдавливается в матрицу, воспроизводящую форму заготовки. Ее размеры максимально приближены к размерам будущего сектора. Благодаря только одному этому новшеству на каждом экскаваторе сберегается 40 тонн качественной стали. У нас еще много скрытых резервов экономии металла. Как сказал на 26-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев, здесь есть где развернуться нашим ученым, конструкторам, рационализаторам.